Мы рады возможности рассказать вам о самом прибыльном плане оплаты в нашей отрасли, плане, направленном на вознаграждение тех, кто хочет обеспечить доход для своих потребностей и своего будущего финансового благополучия, и кто готов работать в этических условиях для реализации этой идеи. Наш план основан на трех основополагающих принципах. Первый. Пользуйтесь сами и расскажите другим. Второй. Объединение усилий. Этот принцип дает вам возможность значительно увеличить свои доходы, выступая спонсором других людей при их вступлении в бизнес. И, наконец, принцип «работайте на себя, но не в одиночку», при котором вам помогают и оказывают поддержку другие люди, которые в вашем успехе заинтересованы так же, как и вы сами. Этот сегмент презентации объясняет, что такое персональная скидка, прибыль от продаж по розничной цене, прибыль для новых дистрибьюторов, персональная и групповые премиальные. Прежде всего, давайте поясним, как мы определяем объем продаж. В FLP единицей измерения объема продаж являются так называемые case credits. Каждому продукту присвоен показатель ценности, измеряемый в case credits. Исходя из того, что ваша активность отражается объемом купленной продукции, накопленные case credits определяют ваше продвижение в маркетинговом плане наряду с получением квалификаций на другие премии. Когда заказ сделан, продуктовая тележка отразит общее количество case credits для заказанных продуктов. После того, как вы стали дистрибьютором, вы приобретаете продукцию по сниженной на 15% цене непосредственно у компании. В дополнение, когда ваши розничные покупатели заказали продукцию через ваш дистрибьюторский номер, компания выплатит вам прибыль в размере 15% от розничной цены. Когда сумма ваших личных и розничных объемов будет равна 2 case credits за 2 календарных месяца подряд или меньше, ваша персональная скидка, так же как и розничная прибыль, повышается до 30% от розничной цены. Как дистрибьютор, вы имеете привилегию спонсировать других дистрибьюторов, которые развивают сеть розничных покупателей. Вы можете заработать прибыль от личных заказов и розничных продаж этих дистрибьюторов. Когда непосредственно спонсированные вами дистрибьюторы или их клиенты приобретают продукцию, компания высылает вам прибыль от их объемов в размере 15% от розничной цены. Эта прибыль, так же как и доходы от розничных покупателей, перечисляется на ваш банковский счет каждые 10 дней. Когда дистрибьюторы достигают 30% скидки на свои заказы, вы перестаете получать прибыль от их объемов, как от новых дистрибьюторов. Однако вы продолжаете получать все объемы от их деятельности для достижения последующих позиций согласно маркетингового плана и другие премии. Вы можете увеличить свои доходы, квалифицируясь на более высокие позиции маркетингового плана – ассистент супервайзера, супервайзер, ассистент менеджера и менеджер. Чтобы помочь этому, кейс-кредитс вашей группы объединены с вашими личными кейс-кредитс. Как только сумма кейс-кредитс достигнет необходимого для очередной позиции объема, вы автоматически подниметесь на этот уровень. Кейс-кредитс, необходимый для повышения уровня, накапливают в ходе текущего и предыдущего календарных месяцев. Одно из самых выгодных преимуществ нашего маркетингового плана состоит в том, что достигнув определенного уровня, вы уже не можете вернуться на более низкий. Вам не нужно беспокоиться о поддержании объемов для того, чтобы сохранить ваш уровень. Вы квалифицируетесь на уровень ассистента-супервайзера в тот момент, когда вы и ваша группа достигнет объема 2 case credits за 2 календарных месяца подряд или меньше. Например, если вы и дистрибьюторы из вашей команды выполнили 1 case credit в январе и еще 1 case credit в феврале, вам бы присвоили уровень ассистента-супервайзера. Конечно, вам совсем не обязательно ждать 2 календарных месяца подряд. Вы можете выполнить необходимое количество кейс-кредитов за 1 месяц или даже за 1 день. Более того, мы рекомендуем нашим дистрибьюторам начать с набора Touch of Forever Combo Pack, который сразу позволяет выполнить объем 2 кейс-кредитов. После покупки этого набора вы зарабатываете право на приобретение продукции со скидкой 30% и выполняете квалификацию ассистента-супервайзера. В дополнение, стоимость набора дешевле, чем если бы вы купили продукты, находящиеся в нем отдельно. Это позволяет вам начать ваш бизнес более экономично. Как ассистент-супервайзера вы получаете премию за все ваши личные объемы после того, как вы выполнили эту квалификацию.
Эта премия называется персональным бонусом и равна 5% от рекомендованной розничной цены на продукцию, которая куплена вами или вашими розничными покупателями, сделавшими заказы на интернете. Одним из самых больших преимуществ плана компании FLP является то, что расчет всех премий основан на розничных ценах. Обучая дистрибьюторов вашей группы использовать те же методы, которые применяете вы в своем бизнесе, вы увидите, что они начнут спонсировать новых дистрибьюторов, и ваш бизнес будет расти. Вы автоматически квалифицируетесь на уровень супервайзера в тот момент, когда вы и ваша группа достигнет объема 25 кейс-кредитов за 2 календарных месяца подряд или меньше. Вы получите 8% премию на все ваши личные и розничные объемы, сделанные после этого. Процесс дупликации, начатый вами, начнет естественным путем повторять себя, ваша сеть дистрибьюторов будет расти и объемы увеличиваться. Когда вы и ваша группа достигнет объема 75 кейс-кредит за 2 календарных месяца подряд или меньше, вы подниметесь на уровень ассистента-менеджера. Ваша премия за личные и розничные продажи повысится до 13%. Рост вашей дистрибьюторской сети продолжит повышаться, и когда объем достигнет 120 кейс-кредит за 2 календарных месяца подряд или меньше, вы становитесь менеджером и начинаете зарабатывать премию в размере 18% на все ваши личные и розничные объемы, сделанные после этого. До сих пор мы описывали премии, которые вы зарабатываете в результате личных заказов и розничных продаж. Давайте теперь остановимся на том, как вы получаете премиальные, основанные на объемах других дистрибьюторов вашей группы. Вы можете получить эти премиальные после того, как выполните позицию ассистента-супервайзера. Эти премиальные определяются исходя из того, на каком уровне находятся непосредственно спонсированные вами дистрибьюторы. Например, если вы менеджер и спонсировали нового дистрибьютора, вы получите премию в размере 18% за объем, произведенный этим дистрибьютором и каждым, кто спонсирован в его команде. Если у вас есть ассистент-супервайзера, спонсированный непосредственно вами, вы получите премию в размере 13% за объем, произведенный этим дистрибьютором и его группой. Если у вас есть супервайзер, вы получите премию в размере 10%, и если у вас есть ассистент-менеджер, вы получите премию в размере 5% за объем, произведенный этой группой. Подобным образом, ассистент менеджера зарабатывает бонус 13% от непосредственно спонсированных им новых дистрибьюторов, 8% от спонсированных им ассистентов супервайзера и их групп, и 5% от групп супервайзеров. Супервайзеры получат при этом 8% от объемов непосредственно спонсированных ими новых дистрибьюторов и 3% от объемов спонсированных ими ассистентов супервайзеров и их групп. Ассистенты супервайзера заработают 5% бонус от объемов непосредственно спонсированных ими новых дистрибьюторов и их групп. Существует ряд различных требований для получения этих премий. Например, для того, чтобы получить премию за ваши личные заказы, единственное условие, которое должно быть выполнено, это то, что ордер должен быть сделан на ваше имя. Для того, чтобы получить премию за объемы ваших дистрибьюторов, к вам нет никаких требований. После достижения вами уровня супервайзер и выше, квалификация для получения премий от заказов ваших ассистентов-супервайзеров, супервайзеров и ассистентов-менеджеров является ваша активность, то есть обязанность выполнения объемов 4 кейс-кредитов, включающая ваши личные заказы и заказы ваших новых дистрибьюторов в течение соответствующего месяца. 4 кейс-кредитов, необходимые для вашей квалификации, чтобы вы считались активным в течение месяца, складываются из трех источников – заказов, сделанных непосредственно вами, вашими розничными покупателями, а также заказов, сделанных дистрибьюторами, которые спонсированы непосредственно вами и еще не достигли уровня ассистента-супервайзера. Минимум один кейс-кредит из необходимых для квалификации 4 должен быть сделан лично вами или вашими розничными покупателями. У нас в конечной части семинара, посвященному вопросу компенсации за личные и групповые объемы. Мы рады приветствовать вас на продолжении нашей презентации. Эта часть рассказывает о лидерских и так называемых джем-премиальных. Эти премиальные увеличивают до бесконечности возможности ваших заработков. В дополнение к личным премиальным, премиальных от покупок новых дистрибьюторов и групповых премиальных,
Менеджер может также зарабатывать различные поощрительные лидерские вознаграждения. Чтобы получать такие вознаграждения, вы должны быть квалифицированным менеджером. Вы считаетесь квалифицированным менеджером, если вы были активным и у вас было 4 личных кейс-кредита в течение 2 месяцев, когда была достигнута позиция менеджера, и никто из вашей команды не стал менеджером в этом же месяце. Если же кто-то из вашей команды выполнил квалификацию менеджера в том же месяце, вы должны иметь как минимум 25 кейс-кредитов от ваших личных объемов и объемов других линий дистрибьюторов, не относящихся к линии нового менеджера. Вот как мы это и показываем на примере. Первой из поощрительных премий является лидерская премия. Когда вы подготавливаете менеджеров в своей команде, групповые премиальные и кейс-кредит на объем этих менеджеров переходят в категорию лидерской премии и лидерских кейс-кредит. Эти премии выплачиваются соответственно в объеме 6, 3 и 2% от объемов первого, второго и третьих поколений менеджеров и их групп. Дополнительно к лидерскому поощрению вы получаете часть объемов от групповых выполнений менеджеров вашей команды. Если вы квалифицировались на лидерское поощрение, вы получаете 40% личных и неменеджерских объемов первого поколения, 20% от второго поколения и 10% от третьего поколения. Например, представим себе, что у вас есть менеджеры в первом, втором и третьих поколениях, каждый из которых выполнил объем 100 кейс-кредит. В этом случае вы получите дополнительно 70 кейс-кредит, которые помогут вам квалифицироваться на получение дополнительных премиальных для оплаты автомобиля, поездку на ралли, участвовать в получении дополнительных премиальных от прибыли компании и других поощрительных программ. Для того, чтобы получить право на лидерскую премию, вы должны быть активным квалифицированным менеджером и выполнить как минимум 12 кейс-кредит в течение месяца. Неменеджерский кейс-кредит – это объемы, которые выполняются дистрибьюторами вашей группы. При этом между ними и вами нет менеджеров. Это требование уменьшается до 8 личных и неменеджерских кейс-кредит, если у вас есть 2 менеджера в разных линиях, каждый из которых выполнил не менее 25 кейс-кредит за предыдущий месяц. Конечно же, вы должны быть активным в этом месяце. Это требование уменьшается до 4 личных и неменеджерских кейс-кредит, если у вас есть 3 менеджера в разных линиях, каждый из которых выполнил не менее 25 кейс-кредит за предыдущий месяц. Следующим лидерским поощрением является премия так называемого GEM-менеджера. Этим поощрением вы награждаетесь за подготовку в вашей группе первого поколения квалифицированных менеджеров. Когда вы подготовите 2 менеджеров первого поколения, вы становитесь старшим менеджером и награждаетесь золотым значком с 2 драгоценными гранатовыми камнями. Когда вы подготовите 5 менеджеров первого поколения, вы становитесь взмывающим менеджером и награждаетесь золотым значком с 4 драгоценными гранатовыми камнями. Когда вы подготовите 9 менеджеров первого поколения, вы становитесь сапфировым менеджером и награждаетесь золотым значком с 4 сапфирами. В дополнение к этому вы получаете право на получение GEM-премиальных в размере 1% от объемов первого, второго и третьего поколений менеджеров. Эти дополнительные премиальные вы получаете к 6%, 3% и 2% лидерских поощрений и получаете их, если квалифицированы для получения GEM-премиальных и 9 менеджеров первого поколения являются активными. Когда вы подготовите 17 менеджеров первого поколения, вы награждаетесь титулом бриллиантового сапфирового менеджера и награждаетесь красивым золотым значком с 2 бриллиантами и 2 сапфирами. Дополнительно вы имеете право на получение GEM-премиальных в размере 2%. Такую премию вам заплатят, если вы квалифицированы на лидерское поощрение и у вас 17 активных менеджеров первого поколения в текущем месяце. Когда вы подготовите 25 менеджеров первого поколения, вы награждаетесь титулом бриллиантового менеджера и специальным золотым значком с крупным бриллиантом. Дополнительно вы имеете право на получение GEM-премиальных в размере 3%. Такую премию вам заплатят, если вы квалифицированы на лидерское поощрение и у вас 25 активных менеджеров первого поколения в текущем месяце.